Вязание двухцветного рельефного узора. Провязываем цепочку из воздушных петель кратных 4 и вяжем 3 петли для подъема. 1, 2 и 3. Затем пропускаем в основании 3 петли и в четвертую провязываем столбик с одним накидом. Затем вяжем еще 2 столбика с одним накидом по одному в каждую петлю основания. Далее узор будет повторяться. Провязываем 1 воздушную петлю, пропускаем 1 петлю в основании и вяжем 3 столбика с одним накидом по одному столбику в каждую петлю основания. И так будем вязать до конца ряда. Вот я уже провязала, и в последнюю петлю вяжем столбик с одним накидом. Переворачиваем вязание и будем вязать следующий ряд. Теперь меняем нитку на другой цвет и провязываем 3 воздушные петли. Затем вяжем под воздушную петлю 2 столбика с одним накидом, 1 и 2 в ту же самую точку. Далее делаем 2 накида на крючок и под следующий столбик с накидом предыдущего ряда провязываем выпуклый столбик с 2 накидами. И далее вязание будет повторяться. Вяжем воздушную петлю, затем под воздушную петлю предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом, и столбик с 2 накидами под следующий столбик с накидом предыдущего ряда и вяжем его выпуклым. И так до конца ряда. Вот я провязала этот ряд до конца, и в самую последнюю петлю ряда провязываем столбик с одним накидом. Далее будем снова вязать розовой ниткой, не переворачивая вязание вот с этой стороны. Провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И затем 3 столбика с одним накидом под воздушную цепочку. 1, 2 и 3. И далее вязание будет повторяться. 1 воздушная петля и 3 столбика с одним накидом под следующую воздушную цепочку. Вяжем так до конца этого ряда. Вот я провязала до конца, и далее вязание переворачиваем на другую сторону и будем вязать белой ниткой. Провязываем 2 воздушные петли и затем вдеваем крючок в розовую нитку и провязываем соединительную петлю. Теперь приступаем вязать следующий ряд. Вяжем 5 воздушных петель. 2 накида на крючок. Крючок вводим под 3
столбик с одним накидом предыдущего ряда и провязываем вогнутый столбик с двумя накидами. Далее вяжем 2 столбика с одним накидом под воздушную петлю. Один и второй. И так вяжем до конца ряда. Одна воздушная петля, затем вогнутый столбик с двумя накидами под третий столбик с накидом предыдущего ряда. И 2 столбика с одним накидом под воздушную петлю. Один и второй. И так довязываем ряд до конца. В конце ряда провязываем столбик с одним накидом. Самую последнюю петлю. И далее, не переворачивая работу, будем вязать ниткой розового цвета. Провязываем 2 воздушные петли и соединительную петлю в третью петлю воздушной цепочки белого цвета. Далее вяжем 3 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом под воздушную цепочку. Раз, два и три. Далее вяжем 1 воздушную петлю и снова 3 столбика с одним накидом под следующую воздушную цепочку. И так будем повторять до конца ряда. Воздушная петля и 3 столбика с одним накидом. И вот этот ряд провязан до конца, и в дальнейшем будем чередовать предыдущие 4 ряда. 2, 3, 4 и 5 ряд. И вот такой получится узор. Этот узор разный с разных сторон. Люди добрые, ставьте лайки, а то как мы узнаем, что работали не напрасно? И на новые уроки подписывайтесь, а то пропустите самое интересное.